На этапе горно-спасательные работы и тушения пожара спасатели отработали способы определения различных угрожающих факторов на предполагаемом аварийном участке, в том числе определение мест, концентрации газов, зоны обрушения пород, зон затопления и задымленности, обнаружение очага подземного пожара и, главное, поиск пострадавших и эвакуация их на поверхность. В ходе этапа «Первая помощь» участники оказывали помощь условно пострадавшим при различных видах травм. На этапе горно-спасательной эстафеты выполнили упражнения общефизической подготовки, а также комплекс упражнений, необходимых для проведения аварийно-спасательных работ в шахтах. В конкурсах профессионального мастерства в личном зачете победу одержали сотрудники оперативного военизированного горно-спасательного взвода города Ленинск-Кузнецкий. Лучшим командиром взвода признан Дмитрий Емельянов. Александр Шаронин стал победителем в конкурсе респираторщиков. Дмитрий Казанцев победил в конкурсе водителей. По итогам всех состязаний в общекомандном зачете наибольшее количество баллов набрала команда военизированного горно-спасательного взвода номер 7 города Березовский. Второе место заняли сотрудники оперативного военизированного горно-спасательного взвода города Ленинск-Кузнецкий. Тройку лидеров замкнули горно-спасатели из Белово.